Ну и так, ребята, это Уссурийск, снова район 90, торговый центр Антарис. Время еще нет 10, пустые улицы, одинокие какие-то прохожие. После 9 автобусы не ходят, так что выехать куда-то в отдаленные концы города нереально по минимальной цене. Надо мне здесь передвинуться в пригород. И, короче, я жду машину уже 40 минут. Заказал на многих сервисах. И вроде сейчас кто-то должен подъехать. 40 минут. Ребята, 40 минут. Город Уссурийск, Приморский край. Плюс ценник на такси очень возрос. Но это мелочи. Главное мне отсюда уехать. Ну а так, смотрите видосики, короткие и не очень, о жизни обывателя.